صباح الخير مدرسة عربي. مدرسة ربي. صباح النور. Доброго тебе света. صباح الفول. Доброго тебе цветка. Ирина. Яла калем араби Леха. Давай говорить на арабском. Яла калем. Коля хага тамам, все хорошо? Коля хага тамам, кольем за ибаду. Каждый день одно и то же. Кольем за ибаду. Ну и что, так у всех. А что такое за ибаду? Заи, одинаковый. Значит, кольем каждый день за ибаду, одно и то же. Ну, теперь опиши нам эту комнату. Расскажи, как что называется здесь. Потолок – сав. Угу. Лампы – лэмп. Пол – ард. Стена – хейта. Если на стене висит карта, то карта будет харита. Хейта – харита. Если на стене висит картина, то будет картина сура. Угу. Запомните. Хейта – стена хейта. Харита – карта. Харита – карта. Сура. Сура – картина. Еще что на стене может висеть? Рав. Полка. Угу, рав, да. Так, что еще? А как окно? Окно – шубек или шибек, как хотите. Ага. Ситара. Занавески. Штора, занавеска. Палка наверху. Вообще, если вот такая богатая, Болтакена. Она называется Болтакена. Болтакена. Ага. А у нас будет вот эта палочка железная. А шкаф? Масура. Шкаф. Шкаф. Дуляп. Да, дуляп. Дуляп. Ну, лель-муаин. Лель-муаин. Для посуды. Телевизион. Часы. Ца. Ца. Угу. Не путайте со словом год. Цена. Щёкран мударасараби. А диван канаба? Канаба. Когда один диван? Угу. А когда к дивану два кресла одинаково стоят? Вот это уголок. А, уголок мягкий. Так, канаба, кантери. А, кантери. 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 Угу. Индисах. Ну, всё. Щёкран. Щёкран.